Эдгар не читал. Но вот и просыпаюсь, на работу пора. Должен сделать себе болезненное, простить врагу все и немедленно. Никому ничего с рук не сходит, последствия всегда будут восходит. Не оправдываю, но прощаю надобно. Только он знает, что и как правильно. А что неправильно, то пусть он судит. Он ему судья, он знает, лучше поступит. Простить врагу не значит стать приятелями. Надо поработать от злобы выключателями. Боль, как вулкан, проснулась изнутри. Она лишает радости, она отрава любви. Последствия всегда будут, обязательно будут.